И снова здравствуйте, это Distance. Опять же, в качестве бонусного видео, пока экзамены, ла-ла, вы знаете, в чем суть. Увидел эту игру на Ютубе у одного человека и думаю, пойду куплю. Пошел в Steam. Пытался купить. Не покупается почему-то. Steam глючит, не знаю, кошелек мой глючит, черт его знает. Думаю, пойду куплю на Pirate Bay. Не покупается. Никто не... это... не раздает и так далее. Думаю, ну окей, черт с ним. Пойду в какое-нибудь другое место. Нашел-таки, где игру взять. Прошел то, что пока есть в игре, так как игра, кстати, в раннем доступе, если вдруг это имеет значение. А это, знаете, это имеет значение. И прошел, еще побери, она очень классная, и я подумал, блин, надо ролик про нее сделать. И я ее, собственно, купил в Стиме. Потому что она того стоит. Даже в качестве, точнее, в качестве, даже вот в том состоянии, вот пока в бете, мне кажется, она того... мне кажется, она того стоит. То есть я прошел весь Adventure мод, который доступен. Ну, он там еще не полностью сделан, но там достаточно много уровней. Если вот первые два уровня как-то... ну да, неплохо, гоночка такая, стандартненькая. Потом там такие вещи творятся, что я, знаете, я сидел, играл прям с улыбкой на лице, прям... фак! Короче, очень классная игра. Incomplete story. The story content in Adventure mode is incomplete. Beware that the progression and story elements may change dramatically in future updates. Окей. Ну, собственно, это я и говорю, что даже этот режим еще не закончен. Музыка классная, графон классный, геймплей классный, все классное. Кстати, вот эту заставку я не смотрел. Давайте посмотрим. Чё-то игра мой компьютер сильно напрягает почему-то. Опять же, обычно я в такие игры не играю, но черт побери, вот это классная штука оказалась. Наверное, у меня на канале никогда никаких гонок не было. Но это не то чтобы гонка-гонка. Это скорее что-то вроде... не знаю, наверное, может не очень хорошее сравнение. Знаете, Infinite Runner, вот это все говно. Что-то вроде того, только, во-первых, годно, во-вторых, с некоторыми элементами головоломок. Головоломки. То есть, короче, когда где-то с третьего, с четвертого уровня начнется самая суть, вы поймете, о чем я говорю. Distance. Ага. Ну, собственно. Заставочка. Сюжета как такового, в общем-то, нет. Broken Symmetry. Начало, естественно, обучение, все такое, hold to accelerate. Управляется игра очень хорошо. Опять же, триггер просто удерживаешь, стик левый, это вот управление. То есть это скорее все-таки не гонка. Ну, hold A to boost. Это скорее не гонка, а. То есть здесь не нужно кого-то обгонять или еще что-то. Здесь нужно просто пройти трассу. И они бывают тяжелыми. Музыка невероятно годно подходит. То есть ты играешь, она прям в ритм, все светится в ритм с музыкой. Очень классно. То есть я в основном сейчас буду играть и восхищаться тем, что вообще в игре происходит. Потому что это реально очень-очень крутая игра. Я огромное удовольствие получил. Сейчас пока вот ничего особенного. Вроде качество, да, по прямой дороге почти. Regenerate, чего, к чему это? Вы потом увидите, к чему это регенерация. То есть сейчас она ничего не значит, кроме того, что нам буст обновляет. Вот. А потом это будет значить намного больше. Особенно, когда вы сильно лажаете. Как я сказал уже, вначале вы сейчас ничего особенного не увидите. Зато потом... это только мелочь. Кстати, игра сама по себе выглядит просто отлично. Ое, музон! Вот. То есть это еще так, ерунда. Ничего сверхъестественного. Я так теперь подумал, напоминает немножко мне аудиосерф атмосферой. Да, действительно. Но это больше головоломка, чем, знаете, какой аудиосерф, о, надо там вернуться. Потому что здесь будут такие элементы, которые себя представляют, знаете, ну там... Я не буду спойлерить, вы сами все увидите. То есть это первый уровень, я когда прошел, я так... Что-то я не уверен. Но поверьте, дальше будет интересно. Когда нам будут новые показывать приемы, которыми мы можем пользоваться, все дальше лучше, поверьте. Окей. То есть вот эти вот трамплинчики. Чего?
Изи. Как же хорошо игра в игре. Кстати, очень много всяких опций в игре есть. Там, например, можно нуар фильтр поставить, можно еще поставить режим бумбокса. Просто игра будет трястись вместе с машиной под музыку. Тоже интересно, конечно. Но, по-моему, как-то эта вибрация экрана несколько мешает. Я, правда, не пробовал в самой игре, но когда... да, press to jump. Но когда я просто в опциях включал, и на заднем плане уже прием... Эта опция активировалась, как-то все так странно тряслось, что я думаю, нет, точно не для записи. Потому что это будет... Оп, фак! Я этого не планировал, но окей. Я немножко застрял. Обычно такого не происходит, кстати. Короче, select для того, чтобы рестартануть. Просто я даже не заметил этого... Трамплина. Окей. Хоп. Это пока реально мелочи. Приятно. Приятная мелочь. Но дальше все будет намного интереснее. Я не могу просто, реально. Я уже тысячу раз это сказал, но музыка невероятно годно подходит, и дальше только лучше. Ладно, я, наверное, заткнусь в плане, насколько все будет дальше лучше, и просто поговорю... А, фак, это было глупо. И просто поговорю насчет того, что... примерно происходит в игре. Сейчас ничего особенного, честно. Прыжки, где только этого нет, верно? Да, кстати, я еще подумал, эта игра мне напоминает... Эта игра мне напоминает Trackmania. Несколько. Блин, а Trackmania ведь раньше намного более популярной была, разве нет? Сейчас что-то я вообще не помню, чтобы... Как-то не замечаю, чтобы люди говорили о Trackmania. А тогда ведь... Тогда эти чемпионаты проводились по Trackmania, разве нет? Я помню просто, когда у меня еще интернета не было, я играл в Trackmania, у меня диск был купленный. Вот. Веселая игра. Я вообще не фанат гоночек всяких, но Trackmania была веселой. Со всеми этими петлями, трюками и так далее. Здесь уже потяжелее чутка. Управление, кстати, очень приятное. Слегка двигаешь стик и слегка поворачиваешь. А так, я не знаю, зачем я прыгнул, если честно. Найс. Ну да, вы толком еще ничего сверхъестественно не увидели. Ну, кроме вот этого, конечно. Но, честно, я советую купить эту игру. Вы получите огромное удовольствие, я уверен. Если вам пока кажется, что да, ну, ничего особенного, я что-то не уверен насчет покупки, поверьте, вы скоро свое мнение измените. Окей. Кстати, так, говоря... Оп, фак! Оп, это плохо. Окей, все нормально. Кстати, да, вот эти вот пилы, они, естественно, разрубают. Именно для этого и нужна регенерация. То есть, если твою машину разрубило на части, ты можешь, в общем-то, еще в какой-то степени ей управлять. И если ты доезжаешь до вот этих ворот регенерации, то у тебя машина восстанавливается. И разрезается именно так, как ты ожидаешь. Оно разрежется. То есть реально так. Раз тебе, например, частичку машины отрезает, или прям полностью срезает лазером крышу и так далее. Это очень классно выглядит. О, надеюсь, я не буду это демонстрировать. Ну, наверняка. Блин, куда-нибудь доврежусь скоро. Даже сейчас на экране не так уж много говна, как... Так, то, что дальше будет, собственно. Музыка отличная. Я бы не слушал такое на плеере, да, отдельно для себя, но для игры, чертовски подходит. А вот и лазеры. Изи. О-о-о, это было близко. Окей. Okay. То есть, как видите, все достаточно просто, но со временем все изменится. Окей. Okay. Надеюсь, кстати, на экране будет нормально выглядеть. Я все-таки не могу записывать адекватно... в 1080p. Ну, как адекватно вообще? У меня монитор 1440 на 900. Вообще не порезался. Но, ну, как есть. Эти телепорты. Как видите, уже начинается добавлять... Это было плохо. Начинают появляться какие-то новые элементы. Лазеры, телепортеры. Ну, телепорты ничего, кстати, особенного. Они, кстати, очень классно выглядят, на самом деле. Вот один из самых крутых элементов в игре — это полет. Это просто шикарно. То есть, казалось бы, просто через эти пролетать на штуке. Ты можешь их облететь, правда, у тебя эти... У тебя машина взорвется, потому что она будет это пере... Как называется? Ля-ля-ля-ля, перегреется. Ну, а так вы можете, блин, куда-то упали, например, с трека. Раз, залетайте обратно, попытайтесь. Очень классно.
Окей, нам перезарядило, перезарядило. Потому что буст перегревает машину и все такое. Раз, иксик, и летим. Это так классно. Я не знаю, мне еще что-то это напоминает. А, блин, игра была такая, Scrapland. О, фак, о, фак. Найс. Да, игра была на PC. Не знаю, она вроде на приставках была. Неважно, Scrapland. О, щет. И там просто было что-то типа GTA, только какой-то более мультяшный и с роботами. Это все, что я помню об игре, если честно. Потому что я в нее толком не поиграл. О, фак. О, мэн. О, фак. О, не порезало. Повезло. Окей. Естественно, можно ездить по стенам и потолку. О, о, это плохо. Это не очень хорошо. Окей, я одну из штук пропустил, но я думаю, все будет нормально. Да. Это так приятно. Кстати, в игре будет еще элемент такой, какой крепоты. Казалось бы, да, не ожидайте такой от какой-то футуристичной гонки, но поверьте, там будет кое-что стрёмненькое. Окей. Скорее в стиле, естественно, киберпанка стрёмненького, а не там, не знаю, заброшенный дом в лесу. Вы понимаете, о чем я. Что-то типа вируса будет и так далее. Что-то я даже не помню это место, если честно. А, кажется, сейчас всякая фигня начнется. Вроде бы. Оп. Кстати, не знаю, блин, вот ту версию, которую я скачивал с торрентов. Мне интересно, насколько вот эта компания в Стиме отличается от той версии, которую я качал с торрентов. Ground Zero. Так, вроде здесь уже начинается крепота. Насколько я помню. Как видите, здесь все разрушено. Опа. Еп, началась крепота. Вот эта вот хреновина, которая там летает, она нас будет куда-то там телепортировать. Будут страшные вещи твориться. Вообще. О, близко. А вот и она. Стрёмная штука, между прочим. Окей. Здесь вот пару уровней или типа того. Будут какие-то такие более эмбиентовые, атмосферные. Подождите, а где? А, опа! Это было плохо. Я перепутал с другим моментом, где портал был наверху, и в него надо было залететь. Попутал. Просто проблема в том, что... Почему я сразу это сделал? Думаю, о, ну это, кажется, то место, надо сразу это сделать. Потому что я долго-долго летал, точнее, долго-долго ездил по кругу, и так не понимаю, а почему мне говорят, ты не туда едешь? Оказывается, мне надо было залететь. Иногда игра конфьюзит. Я не спорю. Конфьюзит. Конфьюзит. Потому что... Действительно, просто на экране столько всего происходит, что ты... а куда мне конкретно? Хотя, казалось бы, вот он трек, да? Но это не все. Это не стандартная гонка. Это не то чтобы гонка. Это гонка только потому, что здесь машинки есть. Вот и все. То есть рельсы в этой игре есть, да. Мы едем по рельсам, фактически. Но ты всегда можешь, блин... изменить маршрут. Если хочешь. Я не особо хочу. Окей, поехали. Блин, на самом деле было бы интересно узнать, какая история в этой игре. О, нет, лазеры. Найс. Пожалуйста, вот какая-то ерунда происходит, я не знаю конкретно что. Да, вот он, этот момент. Yes! Опа! Найс. Вот куда эта штука после этого девается, непонятно. Ах, это так приятно в это играть. И опять же, вроде казалось, оп, здесь есть полет, здесь есть прыжок, здесь есть буст. Все. Нет, пацаны, это далеко не все. Там дальше такая жопа будет, ты просто будешь на кнопки жать и... что мне делать? Тяжело, тяжело дальше будет. Надеюсь, вас заинтересует эта игра, так как она меня заинтересовала. Кстати, я еще ни разу не попался на... ловушки! Окей. Я имею в виду в плане, я еще ни разу не разрезала. А выглядит это очень классно. Что мне это напоминает Трон? Правда, я Трон никогда не смотрел. И, в общем-то, не играл. Тоже. Уу! А, фак. Ей! Я сделал это просто так. Ради развлечения. А, так, знаете, надо слезать. Окей.
Это было вообще ни к чему, там так можно было проехать. Но я решил поуделаться. Ты чё же атмосферная игра? Надеюсь, кстати, музыку относительно нормально слышно. Тяжеловато здесь было баланс настроить. Потому что я хочу, чтобы вы одновременно слышали и меня, и все-таки музыку. Потому что музыка здесь очень важна. Ну, это, можно сказать, часть геймплея все-таки. А, поехали. О, все, блин, началось. А, фак. Проскочил каким-то образом. Окей. Ну, опять фрагет. О, все, прощай. Больше мы тебя не увидим. Вроде бы, я не помню. А, щит. Это вроде бы конец этого уровня. Да, окей. О! И... Воу! Найс. Нам только показали частичку того говна, что будет дальше. Welcome to Sector 9. Aftermath. А, я не помню, что здесь находится, если честно. А, да, здесь все черно-белое. Я реально не помню, что это за место. Точнее, что конкретно нас ожидает на этом уровне. Окей. Как видите, я облажался, но после этого спасся. Вуу! Изи. Окей. О-о-о! Окей. Опять немножко не хватило скорости. А, еще уже все классно выглядит все. Что у нас здесь? А, здесь у нас полеты. Окей. О, инфектор, началось. Окей. Лайтабилити корабль. Теперь мы не можем летать. Будут такие фрагменты, где, собственно, полет отключается. Зато вместо этого будут другие способности. И очень классные. Которыми, блин, управлять тяжело. Не прям тяжело-тяжело, но очень-очень нервничать начинаю в эти моменты, если честно. Вы увидите, о чем я говорю. Эти штуки удивительно часто мне мешают. Постоянно в них врезаюсь. А, фак. Окей. Окей, полет. Мне нравится, как вообще игра отображает всякие вещи. То есть, раз на экране такие крылья сломанные. Ну, не то чтобы сломанные, вы понимаете, о чем я. Значит, собственно, нельзя летать. О, да, поехали. Loss of gravity. Воу! Как же мне этот момент понравился, когда я его впервые увидел. Фак. Настолько атмосферно. Еще это музыка. Меня аж нос сложило. О! Окей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Окей, найс. Почти найс. Что интересно, здесь не перегревается машина. И... Есть! Окей. Обожаю этот момент. О боже, я же как что-то начал. О, поехали. Найс. И это еще не единственная механика, которую мы увидим в ближайшем будущем. Оп. Собственно, да, стиком мы вращаем еще и машину теперь. Ау. Это было очень глупо с моей стороны. Ну, конечно, мне нравится, что смерть проходит очень быстро, и ты снова можешь катиться куда угодно. О, фак. Было близко. Воу! Это ни к чему, в общем-то, но весело. О, фак. Мне приходится голову наклонять, чтобы вообще понимать, что происходит. Найс. Найс. Very nice. Окей. Непонятно, почему там этот лазер. Не то, чтобы я его мог задеть. А, фак. Проблемы! Сэмпай! А, фак. Я, честно говоря, даже не заметил. И плевать. Удивительно, что я вообще в это врезался. Ну, фак, эти штуки. Ну, это был достаточно короткий уровень. Вот это вообще вся механика. Когда ты крутишь машину, она очень-очень классная. А, кстати, да, я забыл сказать о том, что то, что вот компания в игре, да, она будет единственная. То есть, по идее, там ее потом больше не будут обновлять, когда закончат разрабатывать. Но в игре есть поддержка Steam Workshop, то есть люди сами делают уровни, и это очень классно. То есть здесь есть редактор. О, фак! О, нет! Очень плохо. Еп, окей, селект. Немножко неправильно сделал. Да, здесь начинаются уже сложности. Кстати, здесь очень классный трек. О, окей, изи.
Не стоит даже волноваться. Все очень-очень просто. Да, теперь еще трастеры, чтобы машину побыстрее к это к поверхности присобачивать. Окей. Достаточно тяжеловатая механика. О, нет! Серьезно? Вау. Удивительно. И значит, не останавливаемся. Еп. Окей, найс. О, фак, поехали. Найс. Что-то мне это, кстати, напоминает. Не знаю что. О, фак. Да-да, я в курсе. О, как же меня бесит этот момент. Он тяжелый. Здесь нужно прыгнуть и потом одновременно трастеры эти включить. Окей, найс. Изи, изи. Что может быть легче? Но в первый, конечно, раз я обмучился жутко с этими моментами. О-о-о. Окей. Сейчас немножко полегче стало. О, нет, 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 нет. Найс. Изи. А, у меня нос чешется. Не вовремя. Окей. И... Так, я не помню, что здесь, а тут, а. А, все, все просто. О, нет, оп, оп, фак, окей. Не знаю, как так вышло, но... Что случилось, то случилось. И... А, да, мы же, получается, по потолку едем, разве нет? Я уже не знаю, здесь с пространством тяжеловато разобраться. Это не вина игры, а в плане, черт побери, столько всего происходит, что уже не знаешь, блин. Что тебе делать? О, фак, это проблема. Окей. Я трастер забыл включить. О, нет. Окей. Окей. Да чего же это страшно? Окей. Да, судя по всему, мы действительно едем по потолку. О, фак, это скорость. О, поехали. Изи. Опа. Это было близко. Так. Контролировать прыжки. Надеюсь, кстати, люди будут много уровней делать для этой игры, потому что она реально классная. Надеюсь, она станет более популярной. Я не знаю, она вроде где-то с 2014 года в раннем доступе. Или типа того. Но пока все, что есть в игре, мне очень нравится. Там еще разные режимы есть, что-то типа даже... Режимы, похожие на Rocket League, но они какие-то... достаточно бесполезные. Это вот самый классный. Понятное дело. A thing about machines. А, да, здесь вроде будет много лазеров, к сожалению. Может быть, меня даже разрежете, я вам наконец-то покажу, в чем суть. И трастеры. О, гад, бегаю. Уу! Эффект, окей. Минус полет. О! О, да, здесь классный трек. О, фак! Да, здесь меня наверняка где-нибудь разрежет. А, что я делаю? О, окей. О, да, я помню этот момент. Эх. Я так долго с ним мучился. О, е! Получилось с первого раза. Найс. Ох, фак, да чего же это круто. Вуу! Как знаете, вот смотрите ваши голливудские боевики. Ну вот, пожалуйста. Самый лучший голливудский боевик! Это плохо. Да, и летать я не могу. Окей. Опа. Вот как видите, я вечно в эту хрень врезаюсь, хотя не должен, в общем-то. Окей, изи. Я не знаю почему. Я просто не хочу притормаживать. Я хочу в этой игре постоянно двигаться, поэтому... Я просто беру и каждый раз врезаюсь. Оп. Окей, спокойно. Найс. Найс. Опа. Изи. Мап-мап-мап-мап-мап-мап. Окей. А, чё же это круто, а? Не знаю, мне очень эта игра понравилась. Я сидел прям... О, это круто! С каждой новой механикой. Воу! Надеюсь, это хотя бы не скучно смотреть. Хотя это больше ролик для того, чтобы кто-нибудь докупил эту игру. Я ее не делал, сразу говорю. Мне за это не платили. Я сам за игру заплатил. То, что было на кошельке. О, фак. Оп, еп, пожалуйста. Оп, половины машины нет. Окей, регенерация, найс. О, вау, а потом я взял и врезался, как идиот. Ну да, собственно, сами видите, действительно разрезает твою машину наполовинку. Иногда срезает прям сверху крышу. Меня даже два раза срезало. Не знаю, как машина продолжает просто это двигаться, но...
волшебство, я полагаю. Технологии. А, здесь можно просто прыгнуть. Хей! Найс. Чего же много сил вложено в игру, кстати? Чувствуется прям. Дизайн весь этот. Механики очень классно. Вууу! О, инфектед. Окей, минус крылья. О, фак, поехали. Ох. Окей, проблемы. Еп. Окей. Здесь нужно одновременно и перевернуться, и трастер включить, и все сразу. Оп. Окей. Как я сказал, что... Как я и сказал, игра будет дальше тяжелее становиться. Как видите. Окей, найс. Прокатило. Изи. Изи-пизи. Джапанизи. О, моя голова. Наверняка будет тяжеловато в это играть людям с повышенной чувствительностью. Ну, во-первых, к цветам ярким. И сверкающим всяким вспышкам. А во-вторых, людям, которые, ну, тяжеловато вообще с вестибулярным аппаратом. О! Короче, головокружение может начаться, уж поверьте. Я думаю, это заметно. Amusement. Не помню я этот уровень. Нет, да, они, знаю, цветами отличаются так-то. Название я как-то и не запоминал. Опа. О, я помню этот уровень. Окей, здесь очень классно. Один из самых красивых уровней. Если не самый красивый. Ах, да чего же это круто? Вроде бы ничего сверхъестественного, но черт побери. Вуу! О, погнали. Трастеры! А иначе упадем. Ускорение. Я, кстати, не знаю, может мы и не упадем. Может быть скорости достаточно вполне. Да, скорости достаточно, трастеры не нужно включать. Вуу! О, да чего же это круто? Видите, все сверкает в ритм. Было бы классно, если было побольше таких уровней. Вроде бы это такой единственный, конкретно невероятно красочный и с такими вот эффектами и так далее. Вовремя. Чуть бы я облажался. Так что в этой игре побольше именно уровней, которые такие вот опасные, с лазерами и так далее. О, щет! Скорость! О, фак! Окей. Немножко не хватило скорости. Я кручу головой вместе. О, нет, здесь нужны трастеры были. Плиз! Полет. Окей, надеюсь, мне хватит. Окей. Найс. Как видите, всегда можно исправить все. Окей. Да, наверное, может предупреждение написать в этот в описании. Потому что. О! Как я умудрился это сделать! Окей. Потому что игра реально очень. Яркая. Окей. Вообще. Оп, о, близко. 8 марта близко, близко. Я каждый раз эту дебильную шутку говорю. Не то чтобы она мне казалась смешной, просто, знаете, ностальгия по 2007-му. Без мемов, близ. Здесь наверняка трастеры нужны. Оп. Да, я чувствую, что как-то приподнимается нос вроде как машины. А, может и нет. Пойдет. Нафиг трастеры. Это конец уровня. Кстати, это, наверное, самый маленький уровень в игре. Ну, не считая первого или второго. Зато, черт побери, он красивый. А, возможно, знаете, мы... Прям за один ролик, я думаю. Потому что наверняка суть больше как-то в том, что... Ну как, завершим игру. Завершим то, что пока есть в игре. А так там еще пользовательские уровни, другие режимы и так далее. О, фак. Окей, изи. Найс. Насчет перформанса, кстати, все вроде нормально. У меня никаких дропов кадров не было. Все нормально. Минимум там опускалось до 60. Я не думаю, что 60 это проблема. Окей. О, эти штуки. А, фак. И, кстати, не единственная вещь, которая нам еще будет угрожать, уж поверьте. Как я проскочил? Окей, чуть не перегрелся. О, это было очень близко. Фак! О! Ну, это уже моя вина. Не заметил.
сеточки. О, напоминают мне эти сеточки, которые, знаете, используются для нарезки фруктов там, овощей. О, фак. О, нет! Опять же, моя вина. А, это вроде бы случайно не тот уровень, который коррупция называется. О, фак. Очень хорошо. Коррупция. Corruption. Коррупция. О, вау! Что я делаю? Окей, мы живы. Все нормально. Да, это вроде бы он. О! Класс. Кстати, блин. Странно. Я не должен здесь проигрывать. Потому что не так уж трудно здесь конкретно. О, это было глупо. Пытался подпрыгнуть, но слишком по... What the fuck? Окей, я не очень понял, как это произошло. Но мы вернемся, не волнуйтесь. Наверное. Ноп! Нет. Окей. Не понял, как это произошло, но это было весело. О, фак. Окей. Еще разок. Хе. Ну, сейчас я играю намного лучше, конечно, чем первый раз это было, но... Проблемы все еще есть, поверьте. Крылья не работают. О, поехали. Чего же классная механика? Удивительно, что никто раньше такого не делал. Не знаю, может быть, кто и делал, но... Я всяк... О, нет, только не эта штука. Я всяк случай такого не видел. А, гидраут! Боже, как же меня бесит эта хрень. К счастью, пока вот... В этой версии игры, пока эту штуку я встречал только один раз. Больше она не появлялась. Надеюсь, больше не будет, потому что я механику этой хреной, честно говоря, не понимаю. Окей. Как же эта штука меня бесит. Окей, окей. О, вау. Хотя, вроде, понятно, оно примерно там ставится, где ты едешь. Окей, пошел нафиг. Все, вроде бы эта штука больше не появляется, насколько я помню. Вроде бы. А что у нас здесь? Что-то я не помню. А, я помню это место. Здесь достаточно все тяжко будет. А может, я пройду с первого даже, кто знает. Окей. Это только начало, поверьте. О, щит. Я шахрил. Изи. О, фак. А, все очень просто, верно? Ничего особенного. Уу! А, фак. Окей, крылья. Необходимо. Фак. Я реально серьезно хрип. Окей. Что у нас здесь? Что-то знакомое. А, окей. Кажется, я припоминаю. Еп! Окей. В первый раз я врезался точно так же, поверьте. О, вау! Это было не очень хорошо. О, о, фак! О, щет. Да, это тяжкий момент. Так, я думал, нам просто надо будет на потолок перепрыгнуть, но нет. О, щет. Я извиняюсь за... захрипывался. Так получилось. Я это не контролирую, к сожалению. Найс! Теперь я прохожу игру намного быстрее, понятное дело. Ну, в этом суть. Я полагаю, таких игр. Кстати, может быть, не очень хорошее было сравнение с Infinite Runner'ом, потому что Infinite Runner, там таких интересных механик обычно нет. Хотя, честно, я ни в один Infinite Runner не играл, так что... Я мало о них, что знаю, в теории. О! Как я там вышел, мне непонятно. Но я вышел. Опа. О, да, вот это классный трек. Напоминает мне Mortal Kombat. А, щит. А! О, да, сейчас жопа начнется. Как же мне нравится анимация. О! Анимация бустеров! Я случайно на паузу поставил! Он нас разрезал! Окей. Лучше сразу на селект. Нажать, чтобы рестарт сделать. Найс. Другое дело. О, фак, а потом я взял и врезался. Блин, когда такая еще музыка звучит, так неприятно проигрывать. Тормозить все это. Оп! Проблемы. Еп. Тяжело. Изи. Тяжело или изи? Определись. Тяжело.
Найс. Другое дело. О, нет. Чего же это приятно делать, вы себе не представляете. О, вы будете себе представлять. А! Окей, если купить игру. Если звучит так, как будто мне заплатили. Но, к сожалению, нет, мне не заплатили. О, нет. Я не думаю, что мы вернемся после этого. Еп. Может, есть какой-то способ, но... Лучше уж просто взять и рестарт сделать побыстрее. Чтобы время не терять. О, фак! Этот момент. Что происходит? Найс. О, щит, книга. Я промахнулся мимо телепортера. Класс. Изи. Изи. Уу! О, щит. Это очень круто. Знакомое место, подождите. Ое! Окей. Ясно, почему оно знакомое. Окей. Уу! О, фак. Буста не хватило. Я сам виноват, я его отпустил, так что... Вина на мне. Найс! Другое дело. Ну чего же музыка все-таки подходит ко всему этому? О! Окей, ну, сами понимаете. Только меня здесь можно винить. Оу! Сидит? Привет. Окей. Это было очень странно. В общем-то, я должен был быть мертв. Но мне повезло. Найс. А это вроде конец уже мне? А, нет, не конец. Нам только дали полет. Сейчас. Значит, сейчас жопа начнется. О, да, окей. Найс. О, щет, нига. О! Хитбокс. Я был слишком близко. Осторожно. Найс! Поехали. Точнее, полетели. О, нет, молния. Кстати, не знаю, молнии что-нибудь делают или нет. Я знаю только, что они, блин, чисто визуально. Ни черта не видно из-за них. О, фак! О! Окей, это было глупо. В первый раз я здесь не умер, а сейчас что-то какая-то ерунда. Плиз. Окей, спасибо. А, по идее, даже, кстати, буст не надо удерживать, когда летаешь. Но я все равно удерживаю по привычке. Ну, не буст, буст это... Как буст? А я имею в виду просто... Ехать кнопку. Окей. А, конец уровня. Кстати, не знаю, сколько еще осталось там до конца. Вот, блин, Sect 19. Destination Unknown. Не, я реально не помню, сколько еще осталось. О, нет, опять эта штука. Значит, это еще не все было. Окей. Ну, привет. Давно не виделись. Эп. О, нет. О, щит. А возможно, это, кстати, последний уровень. Я не уверен. Ну, последний уровень в этой версии игры. Неполный. Потому что там какие-то еще гличи стрёмные начнутся, и игра закончится. Чего же это все круто выглядит? О, фак. Полетели. Наверное, посередине пойдет, какая разница? О, лазеры. На, окей, плевать на лазеры. О, началось. Эй. Мне нужно немножко сконцентрироваться иногда. Помолчать. Найс. О, нет, поехали. Ну, чисто визуально стрёмно, так-то. Так-то не проблема. Оп, о, нет. Что-то знакомое место. Не, ну, понятное дело. Еп, окей, да, это конец игры. К сожалению. Блин, даже так хотелось бы дальше поиграть. Игра классная. Блин, мне даже почти хочется сказать вам, что, блин, лучше бы вы это не смотрели. Сами просто идите, поиграйте. Потому что ощущение, когда ты в первый раз это видишь, играешь, просто офигенно. Stay tuned for more to come. Ну-ка. О!
Подожди, я может даже в описании напишу тоже, что может лучше самому поиграть, а не смотреть этот ролик. Я огромное удовольствие получил, когда в первый раз это прошел. Потому что, когда я смотрел ролик там человека на ютубе, это было чисто, как сказать... Я просто видел какие-то отдельные моменты, особо не смотрел на ролик. Так, местами думал, о, классно выглядит, о, крутится и так далее. В общем, неплохо выглядит. А потом уже так скачал и... Ох, фак, это круто. Бом. А, да, вот этот момент. О-хо-хо. Чего же это классно? Найс. Жаль, что это... Блин, так мало. Я бы еще там так полетал. Да, на штанах почему-то это веревочка. Звучит странно. Steam Workshop Arcade Solo Split Screen. Не знаю, кстати, что в аркаде конкретно. Speed and Style. Ride the track and race to the end as fast as you can. Не знаю, тут по идее разные уровни. Черт его знает. Steam Workshop, естественно, здесь можно тоже уровни скачивать другие. Trials of Portown. Neutronic YouTube Unknown Sector. Но я не буду это сейчас ничего смотреть. Потому что мне лень. Would you like to check for any newly subscribed levels? Nah. Спасибо. Да, собственно, это Distance Beta. Находится сейчас в разработке. Но, как видите, очень-очень веселая игра. Я надеюсь, она вам тоже понравится, как она мне понравилась. Потому что, черт побери, это бы... я огромное удовольствие получил. Было очень-очень весело в это играть. Если вам понравился ролик, то поставьте лайк, оставьте комментарий. Подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала. И, да... Наслаждайтесь, я полагаю. До встречи.